Lekas Veka is one of the most famous rapper in Russia. His commercial success speaks for itself. He is the best flow, best lyrics, best singing, and best rapper in Russia. He is the king of the Russian rap. His albums are among the only five rappers that went diamond. He is not only one of the best rappers still in the game, but he is also one of the most articulate and well-spoken people in Russia. Few years ago, Lekas Veka embraced Islam and changed from being the best rapper to the biggest advocate of Islam. He studied Arabic and now teaches Quran in the two books of Imam Bukhari and Imam Muslim, the most authentic books after Quran. Lekas Veka was the reason that hundreds of his fans converted to Islam. Всем, кто не знает, это известный рэпер в Уфе Леха Свеча. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Рахматуллах ва баракатуху. Вот макфиратуху. Ва джамиатуху, ва джаннатуху, иншалла. Что как означает, что всем желаю прощения, милости Всевышнего, единения. Аминь. И рая, иншалла, по милости Всевышнего, если будет на то его воля. У вас много фанатов, которые слушали вас, видели вас, следили за вами в соцсетях, в интернете. Хотелось бы вас попросить сделать к ним обращение. Я хочу обратиться ко всем, кто когда-либо слушал такого рэпера, Лёха Свеча, и вообще рэп. Хочу сказать, что вся слава принадлежит Аллаху. Вся слава принадлежит тем, кто создал вас из капли, кто управляет вашим дыханием, вашим пищеварением, тот, кто создает вас. Ведь родителям дело несложное вас создать, согласитесь. А вот как создать вот эту целую систему пищеварения, мозга и из маленькой капли создать человека, вся слава принадлежит именно Аллаху. Свят он и велик. Только ему вся слава. И я исполнял рэп когда-то, это было, да, сейчас я, как и все мы, являюсь рабом Всевышнего. Желаю всем мира, желаю всем любви и довольства его. Альхамдулиллахи ваббиляли. You cannot go on. You feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah.